Всем привет на моем 48-м стриме. Сегодня у нас второй забег по лимбу. Я прохожу челлендж меньше 5 смертей. Соответствующая ачивка в стиме у нас имеется, не открытая. Так, ну и сразу же начнем. В прошлый раз я прошел за 15 смертей, самое лучшее. Ну, точнее вообще я один только раз прошел. Первый раз я выключил на середине. Надо на этот раз пройти получше. Так, давай вставай. Долгое начало. И побежали. Надо хотя бы пройти, не знаю, до какого момента без смертей. Ну, понятно, что как можно дальше, но хотя бы паука полностью пройти без смертей было бы уже неплохо. Жалко, конечно, что нужно все полностью бежать сначала. Немножко утомляет. И самое главное, избегать каких-то глупых смертей, там, типа, прыгнул не в ту сторону, там, и так далее. Она еще лодка это. Не, ну когда первый раз проходишь, довольно-таки атмосферно, неплохо смотрится. А вот когда проходишь уже сотый раз, как-то надоедает. А, опять я забыл. Надо же лодку подтащить. Сейчас пойдут первые у нас капканы. Вроде бы, да? А, на момент с пауком сейчас будет вроде бы как. А, ну да, вот капканы лежат.
один на дереве. А, или не... А, нет, это не сейчас. Но все равно никак не могу запомнить последовательность, что зачем идет. Ну, хотя это, в принципе, и не обязательно. Главное видеть, что дальше. Сразу вспоминаешь и... Проходишь правильно, при удаче. И при сноровке. Ой. Да, я помню, когда я первый раз проходил, я, по-моему, даже на этом моменте погиб. Ну, когда вообще в самый первый раз игру проходил, как-то не ожидал. Ну, сейчас такого уже, конечно, не случается. А, квадратик этот надо тащить теперь. Ой, зато вот он зря спрыгнул. Я вроде не нажимал вверх. Но опять же, секретки я уже все давно собрал, поэтому сейчас я собирать их не буду, нет смысла. Вот там вот, в частности, наверху секретка, но она мне не нужна. Интересно, а да, я смогу толкать даже через два объекта. Напоминаю, что я чат читаю как на СК2 ТВ, так и на GoodGame. Конечно, бывает, что иногда забываю про GoodGame, но не в данном случае. Пучок. Раз. Два. Так, давай-ка повторим. Два. И три. Капкан всего лишь трехразовый. Так, сейчас у нас паутина. Оп, уже не прыгает. Опять долгая сцена. Ничего, подождем. Пока что ноль смертей. Ну, в принципе, еще бы тут было не ноль. Так, в ямку теперь не упасть надо. Ну, это, в принципе, легкая задача.
Здесь так в целом-то вся игра довольно легкая. Просто пройти ее суммарно, без смертей, немножко проблематично, потому что то там, то там тупо какой-то косяк сделаешь и все. Катись туда. Так, что у нас тут? А, вот этот вот камешек нехороший. Да, такой момент поначалу пугающий, но на самом деле довольно простой. Главное так не затормозить там и все. Вставай. Теперь мы с ленточкой бегаем. Здорово. Ну все, без ленточки. Так, что у нас тут? А, прыгание по этим бревнам. Ну, это вроде бы я должен пройти в первый раз. Оп. И камешек. Ой, чуть не упал. Лол. Так, а сейчас... А, вот этот пошли. Человечки эти. Давай, поднимай. Почему я так не могу быстро бегать, как он? Отлично, пока что нормально идет все. Я понял, когда на том стриме я самый первый раз проходил, первая смерть у меня была, когда я лапку отрывал у паука. До этого момента я пока не дошел. Так что пока еще нельзя говорить, что это лучшая попытка. Поэтому просто бежим вперед. Там надо с бревна еще удачно прыгнуть, это я помню. Вот этого. Во второй раз я именно здесь погиб. Оп. О, нормально. Так, далее продвигаемся. Пока что все нормально у нас идет.
Не знаю, получится ли этот челлендж меня выполнить сейчас. В принципе, я вчера же полностью прошел эту игру, и как бы в целом я все помню, что делать. Ага, вот этот момент. Оп. Отлично. Ну, уже можно сказать, что это лучшая попытка пока что. Посмотрим, как я далеко пройду без смертей вообще. Ну, здесь особо умирать негде. Хотя и тут везде можно найти способ умереть. Я думаю, если спрыгнуть справа от этой лестницы, то ничего хорошего не будет. Куда мы дошли? А, плавающие человечки эти. Понятно. Но должен не зафейлить. Интересно, почему я тону, а они нет? Если я упаду в воду, я ко дну иду. А, да, забыл. Его же надо попросить, чтобы он опробовал механизм. Ну, не его, а его коллегу. Привет, Dark Angel. Машинариум. Я даже не знаю такую игру, хотя что-то знакомое такое, но что-то я не помню. Ой, так, давай живой. Не помню, что за машинариум. Так, здесь у нас нужно на центральную прыгать. Это я помню. А здесь наоборот. Прыжок, прыжок. Сейчас уже будет дождь, вроде, да? А, нет, сейчас за тележка дурацкая. Тут, в принципе, опять же, умереть практически негде, хотя в тот раз я тут умер на этих шестеренках. Нелепо вообще. Квест, там робота надо ходить. Игра очень классная.
Ну, наверное, посмотрю потом, если не забуду. Можешь написать куда-нибудь мне там в комментарии или куда-нибудь еще. Так, здесь надо раскачаться. Так, ну вот вроде бы сейчас будет машина дождя это, да? А, еще вот это. Понятно. Давай. Двигаем. Оп. Все. Пока ноль смертей. Это радует. Это радует. Но еще пройдено довольно мало. Да, вот эта машина. Но вообще меня удивило, что вчера я всего лишь на 15 смертей прошел. То есть, учитывая, что я там кучу косяков делал, кучу забыл просто вещей. А сейчас, то есть я как бы все помню. Ну, блин, в принципе, есть шанс, мне кажется, пройти этот челлендж. Ну, посмотрим. Не будем загадывать вперед. И вот мы включили эту воду дурацкую. Так, здесь нужно как куда-то вот сюда, наверное, класть. Думаю, нормально. Оп, да, получилось. В тот раз я до сюда дошел с тремя смертями, насколько я помню. Так что уже прогресс. Ну, здесь вроде бы момент не очень сложный, главное не затупить где-нибудь. Так, ставим. И перекрываем. А, забыл, вот затупил, забыл открыть. Ну ладно, в принципе, тут времени достаточно. Второй ящик берем. Что, второй ящик какой-то вообще не очень. Тонуть начинает через некоторое время. Ну давай, вода, стекай. Так, вот тут главное теперь тоже все быстро сделать. Не упустить этот шарик. Да куда ты на него залезаешь? Ой, лол.
Блин, косяк. Косяк затупил. Все, одна. Одна есть. Вот это я затупил. Нельзя было тут. Это же не очень сложный момент. Еще из-за того, что я не задвинул до конца. Ну, как-то поспешил. Куда ты опять залезаешь-то? Ох, лол. Так, ну ладно. Одна, это еще не 5. Но это еще и не конец игры. Ну, запрыгнули. Здесь открываем. Закрываем. Опускаем. Так, это что за момент? О, это же момент с кубиком. Так, не затупить надо. Опять же, как обычно, не затупить. Здесь его нужно. Ладно, берем. Ну давай, толкай. Запрыгиваем. Да, оставляем его на месте, это я помню. Спрыгиваем. Ломаем трубу. Все, разворачиваемся. Перепрыгиваем. Еще раз перепрыгиваем. Залезаем. Прыгаем. Так. Обратно. Все, ну в принципе почти все самое такое скоростное выполнили. Опять же, я тут в тот раз потерял одну жизнь. Где там вода? Так, раньше времени на нее не прыгать. Уже достаточно, мне кажется. Да. Так, все, вылезаем на поверхность. И, насколько я помню, мы практически пришли в отель. Ура! Так, что за спуск? А, что это было? Блин, косяк. Две смерти. Это была какая-то глупость, я не понял, что произошло вообще. Блин, это печально очень. Если первая была глупая, то вторая еще глупее. Да, и вот в отель мы пришли.
два, три, четыре. Оп. Оп. Так, обратно. Раз, два, три, четыре. Опа. Отлично. Так, выключили. Ну что, ломаем крышу? Нафиг она нужна? Интересно, ее тут нельзя сломать вот такими прыжками? Ну просто интересно. Вроде бы треск есть. Ну ладно. Неважно. Так, подготовим себе проход слева. И вкусняшку ловим. Яркий свет. Так, не помню сейчас, куда мне ее нужно будет. Что тут дальше, не помню. Это прыгать сейчас надо будет, где лифт, что ли, да? Точно, это момент с лифтом. Значит, там еще пила будет. О, неприятный момент. Ну ничего, главное тут осторожность, без тупизма, ну и все такое, как обычно, в принципе. Так, здесь нам нужно ящичек высвободить. Эй-эй-эй-эй. Чё за... Да. Ну вот, три. Три смерти. Но это была самая глупая, наверное, еще глупее. Ну, в общем, одна не лучше другой. Вот у меня момент с двумя коробками больше всего пугает. Там, где пила, две коробки. Он такой нечеткий.
Прыгиваем. Фу, я уж думал что-то, что я не допрыгнул. На этом моменте с ящичком, я помню, долго тупил, не знал, что же делать, когда первый раз проходил. Но оказалось, все не так уж и сложно. Ну, посмотрю я, наверное, все-таки вне стрима, а потом уже, если мне вдруг захочется постримить, ну, это уже будет отдельная тема. Вот. А насчет до конца, ну да, с дурацкими смертями я могу тут, да, долго возиться, это правда. Это может быть не последний забег, и, скорее всего, так и есть. Если уже три, то смотри, до конца, ну... То есть, если ты эту игру не знаешь, ну, как бы до конца еще, ну, где-то я, может быть, пол игры прошел, не знаю, где-то так. Примерно считаю, что пол игры. Опять я забыл эти уведомления выключить. А, ну да, мне же нажать надо. О, да что. Неправильно. Не надо было трогать эту веревку, а то она шатается и неудобно. Ну все, раскачиваемся. И вот этот момент с двумя пилами. Тут нужно было что-то примерно 3 секунды ждать. А, не играл? Так. Раз, два, три. Ну как-то так вроде бы, я не знаю. Да. Фу, с первого раза получилось. Неплохо. Посмотрим, как это произойдет. Меня радует физика. Так, тут у нас что? А, дурацкая это муха. Не люблю этот момент. Оп. О, Торыч приперся. Здорово. Вечно голодный. Че, он готов завтра заканчивать финалку? Когда же этот челлендж, интересно, пройду все-таки уже? 4 и 3 часа. Ну, нормально, в принципе. Я уже знаю, что это такое. Так, проводим колесико. А, стоп, 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 стоп. Да, вот так же. А, ну это нормальное состояние. Ой, ой-ой-ой.
Но я думаю, что у меня еще есть шанс это пройти. Но в любом случае второй забег я уже делать, наверное, не буду. Ну, не знаю, 40 минут прошло. Вот-вот, и я говорю, что у него всегда такой, так что что-то он странные вещи какие-то говорит. Не, контра прикольная получилась. Мне даже по приколу было посмотреть, как ты там мучаешься с этим, с ногами. А у тебя пек от головного мозга? А ты говорил, что, ну, типа, это у меня. А, да, если у тебя норм, по идее. Да ладно, игра-то сложнее не стала, ну, в плане, как бы, как это сказать. Ну, то есть, если, например, ты мог пройти без демейджа обычную контру, то и эту ты тоже сможешь пройти, потому что она же, в принципе, не изменилась. То есть, просто, если ты мог раньше уклоняться от атак всех боссов, да, то ты и сейчас можешь, просто тебе это нужно делать дольше. Так что, в принципе, в этой контре просто нужно терпение больше. Уже давно болен. Ну, бывает. Чё? А ты же говорил, что это вроде лечится. Само. А, ну... Ну, все равно ты же их мог знать, в принципе. А, это вот эта штука, да, понятно. Я, в принципе, по-моему, видел все атаки всех боссов. Так что, как бы, для меня вряд ли там что-то новое будет. А, я неправильно сделал, лол. Ну, я просто смотрел довольно-таки мельком, я все-таки на работе был там занят. А, неправильно, опять что-то не так. Так, прыгаем. Включаем. Нет, неправильно. Лол, да. Как же забыл. Нужно включать, когда она идет в мою сторону. Если я правильно помню. Вот сейчас. Да. Опа. Хвост спас положение. Включаем странный механизм. Падай. Баба. Оп, не успел зацепиться.
А, сейчас опять этот магнит будет. Дважды контру постримить? Ну это жесть, по-моему. Опа, не достаю. Не, достаю, надо было просто с разбега. А, другую игру. Так ты эту контру будешь достримливать? Или чё? Или типа все, забил. Слишком сложно. Так, надо упасть на ящик, а не на электрический пол и не на пилу. Пойду тренинг. Ну вот. Оп. Отлично. Пока все удачно складывается, более-менее. А, тролли камень. Опять поехали. Стоп, а как тут надо было делать? Что-то я не помню. Жесть. А что за... Что-то я затупил. А что тут надо было делать? Что-то не помню. Секунду. Опа. Ну просто с края прыгнуть, по идее. А, ну и все, блин, из-за этого четвертая смерть. Ой, печалька. Не, пока, почему не закончится? Пока только четыре смерти. Не, танки удаляю. Это вообще не нужно, да. Оп. Не дали мне дойти до девчонки. Бежим обратно. А тут уже совсем другое. Прикольная такая вещь, типа надурманен или чё. YouTube обрабатывает видео медленнее, чем я заливаю, ты заливаешь, но потому что, блин, это очевидно. У него, прикинь, сколько видео одновременно обрабатывается. Ой, сейчас меня прижмет. Ой, вол. Не, не прижмет. У него там обрабатываются тысячи видео одновременно, и он приоритет может отдавать. Большим видео отдается маленький приоритет. Маленьким видео больше приоритет. Так что если ты заливаешь 10-часовое Full HD видео, то не думай, что оно у тебя обработается за пару минут.
Так какая разница? Бывает, что приоритет... А, стой, я не туда опять. Ну, потому что просто он в приоритет не засовывает, и все. Ты думаешь, прям YouTube отдает все возможные ресурсы, только лишь бы твое видео закодировать побыстрее? Ничего подобного. Он делает столько, сколько считает нужным. Опять не получилось, лол. Ну вон 1,2 гига. Это вот этот ты уже контур залил? Ага, говоришь медленный интернет. Походу где-то у тебя втихомолку там гигабитный нет. Уже. А, подожди, 1 гига, мне показалось, 4 гига. Ну все равно. Вроде бы у тебя стрим там вообще дно, а тут ты вроде гиг залил. Ну, норм. Так, эту тележечку я помню. Так, ты куда катишься? Стоять. Ну, у него скорость там, не дай бог. А, я опять не то сделал. Время заливки разве? Вроде нет. Ну, может и да, не знаю. Опа, косяк. Ну ладно. Главное, что без смерти. Нафига столько много? Да вообще, мажор. Какой-то инет себе сказал высокоскоростной. Мне, чтобы как все люди сидеть на обычном. Ой, чуть не упал, надо же. А, сейчас помню, тут пила будет неприятная такая. Есть. Но я считаю, что у меня теоретически есть шансы, но на практике, конечно, посмотрим. Так, не то. Блин, сейчас извиняюсь, чихнул. Живет в мегаполисе, там медленного интернета просто нету. Так что приходится покупать задешево, быстрый. Так, здесь надо перепрыгнуть будет на лестницу. Тут я не помню, куда перепрыгивать. А, сюда. Берем коробочку. Ой-ой-ой-ой, ох, жесть.
Надо поаккуратней. Ага, дошел до пушек. Блин, вот бы было бы круто ачивку открыть. Dark Angel вообще такой догадливый. Пусть он Тор рассказывает, как он заполучил такой интернет крутой. Не каждому дано. И начинаются эти все гравитационные штучки. Ну, повезло, что за стрим ни разу, а то я помню, там было иногда. А, стоп, мне надо наверх залезть, да, вроде бы. Да, надо лестницу же скинуть. Так, теперь... Что теперь? А, теперь надо ловить кубик сверху. Ну, в принципе, все. Желательно больше вообще не погибать за всю игру, потому что я не знаю, там меньше 5 смертей, это меньше или равно, или тупо меньше, то есть 4 максимум. Если 4 максимум, то мне больше нельзя погибать. Это печально. А, не успел, да ладно. Странно, как я так не успел. Другое дело. Да мне кажется, дело вообще не в России. Просто идеального интернета не бывает. Ты бы еще у австралийцев спросил, как они с миром общаются. Так, стоп, мне этот кубик... А, да, надо тащить направо. Ну да, в России это идеальные автомобили для любителей конструктора. Так, кубик на лифт. Так, надо попасть. Вроде вот так как-то. Специально сделали кривые эти стропы, или как это называется. Чтобы тяжелее было попасть на лифт. Но все равно это легко.
Чего? А куда я кубиком попал? Вся жесть. Да. Печально. Первый раз я не попал кубиком на лифт, если честно. Вообще за все время. А, надо, чтобы он вначале прокатился немного. А, отлично. Ну, Тор, значит, много ты чего еще не знаешь, что у нас есть. Я уже думал, меня сейчас убьет этим кубиком. Ну и все, расставляем кубики по местам. Куда-то сюда его примерно. В общем, на одно прохождение уходит где-то 1:20 примерно. На один полный забег. Так, второй ставим куда-то вот сюда. Сейчас посмотрим поточнее. О, как-то так. И поехали. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Шустренький такой пацанчик. Паркуром, может, занимался. Оп. Так, сейчас, сейчас отключу. Забываю все время эту штуку отключать. Лол. Не понял, что еще трещит, я же все выключил. Вроде все. А, опять эти магниты. А, забыл, что тут надо делать. А, включаем магнит. Включаем это. А, не, не так. Включаем магнит. Вот, а теперь только один надо, чтобы прилип. Есть. А, цепочка это еще. А, опять. 5-5-5. Печалька. Все равно бегу до конца, второй забег уже сегодня не буду делать. Потому что все-таки утомляет два раза одно и то же проходить. Можно краба в чат поставить даже.
Оп. Так. Раз, два, три. Раз, два. Побежали. Оп. Раз, два. А что это было? Шесть. Ну уже точно ачивка не открыта. Стоп, что это было? Я вообще читал чат. Я читал чат, я не буду это засчитывать, ну потому что, блин, это тупо. Но все равно уже ачивки не будет, так что это уже можно засчитать. Это уже 7. Надо же на этом моменте, сколько я зафейлил-то. Вау. Ну ничего, может в третий раз получится. И этот раз уже явно лучше, прям намного. Тут всего-то осталось, блин. Практически ничего. Так. Тоже такой момент нехороший. Тут этот раз жизнь потерял. Ну, в принципе, уже понятно, что уже ненормально там все дела, но... Восемь. Тайминг вообще фейл. Эй, что такое? Что за дела? 9. Десять. Как можно было под конец только жесть? Ну это же... Десять. Как ни крути, но 10. Печалька вообще. Буквально вот последние 5 смертей за несколько минут просто. Да. Ну такая вот история. Будет третий старт, значит, потом. А за-за? Ну да, я согласен. Думаю, может сейчас что-то еще поиграть? Или пойти покемонов покачать? Не знаю. Или может даже полноценный стрим сделать по покемонам?
Есть еще одна на примете игра. А может вообще пройти на Сегу что-нибудь там, Doom Troopers или еще что-нибудь. Так, ну я как обычно добегу все-таки до конца. Ну так, чтобы символично было, титрами закончить. Допрыгиваю до конца. А, все, он уже потерял способность прыгать. А, вообще он уже сам бежит. Привет, Заяц 87. Ну, можно Doom Troopers, наверное, в принципе. Правда, не знаю, насколько это получится. Ну вот, конец. Ну, не сколько это получится, я имел в виду именно в плане того, что, ну, игра как бы все-таки не самая простая, а я играл в нее последний раз N лет назад. Ну да, это типа его сестра. Вот, ну, соответственно, если есть вопросы, замечания, пожелания, предложения, можно писать в чат. Я в чате, ну, не просто буду пару минут, я сейчас, в принципе, буду следующий стрим пилить, наверное, ну, перерывчик сделаю, там, поем, и потом будет какая-то игра. Ну, есть вероятность, что Doom Troopers, раз уж тут высказали желание. А, тут даже два человека высказало желание. Ну, наверное, так и будет тогда, в принципе. Решено. Жалко только второго бы кого-нибудь еще мне. Одному, конечно, не так прикольно. Но, к сожалению, некого. Ну все, на этом, в принципе, всем пока. Увидимся на следующем стриме.